Здравствуйте, посылка с Алиэкспресса. Такие забавные светильнички Xiaomi должны быть. Sunny Night Light. Маркировки пока нигде не видно. Вот они, маленькие малышки. И вот еще одна коробка. По всей видимости, то же самое, только разными курьерскими службами. Нет, не то же самое. Тогда это отложим. Хорошо, что заказал пару. Пришла целая. Так как у некоторых, ну, кто одну заказывает, отправляют в обычных пакетах, и они деформируются. Ну, видел в одном из отзывов. Так очень, как лейкопластырем, проклеен. Опс. Сейчас. Внутри имеем книжечку, оперативная инструкция такая коротенькая. Что? До 3 метров датчик сработает, как и на Юпин. Зарядку микро USB, какой-то гарантийный, как РТК, служба качества поставила свою отметку. Смотрим, что из себя представляет лампа. Как маленькое яичко. Вот, значит, ответка на двухстороннем скотче для крепления. Ну вот на юпинах вот этих, на маленьких. А вот, вот это, конечно, прикольно. Схватывает четко. Ну, в принципе, держит. Он off. Оп. Ну и автоматический, и вот сам датчик, который будет срабатывать при любом раскладе. Ну вот если сравнивать с маленьким ножом канцелярским, мне относительно и небольшое устройство. Но для ночника, думаю, более чем. Наверное, светло. Угу. Так они, конечно, срабатывают идеально. Ну вот под диван занес, в темноту сразу сработал. Как бы проблем со сработкой не будет. Так что так, спасибо за внимание.